порядка 60 миллионов мы, у нас было, ущерб составил. Вы знаете, что любая сель, любую сель и паводка, которая приходит, первый удар всегда берем на себя, наши ирригационные сооружения берут. Потому что мы еще являемся как селеотводящими каналами работаем. То есть все то, что поступает вверху, оно, наши каналы, арыки заполняют, и мы эту воду отводим, и где-то мы населенные пункты спасаем, где-то поля спасаем. Но в то же время наши каналы повреждаются. И бетонные каналы прям сносят, как картонные домики там складываются они. Земляные каналы все заполняются, мы приходится их чистить. Это тоже для нас проблема. В этом году были очень большие проблемы. Вот, допустим, в том году сели было очень мало. В этом году, знаете, что и до сегодняшнего дня тоже сели идут. И первый удар получаем, их встречает обычно наше ирригационное сооружение.